Вы смотрите «Вести Татарстан». Наша телерадиокомпания и Русфонд продолжают совместный проект помощи тяжелобольным детям. На прошлой неделе мы помогли Артуру Уварову. Сегодня история 16-летней Айгуль Нигматуллиной. У нее эпилепсия. Требуются лекарства. На прием в поликлинику Айгуль Нигматуллина ходит несколько раз в неделю. С рождения страдает ДЦП. 9 лет назад у девочки начались первые приступы эпилепсии. Когда вот приступ начинается, приближается уже, у меня сердце начинает сейчас очень больно. Например, если я остаюсь одна дома, у меня, например, приступ начинается, я вот сама держусь себя на руках. 2 года назад Айгуль начала принимать препарат, который ей помог. Теперь приступы случаются намного реже. Мы видим, как ребенок мучается, и при этом мы не можем помочь ребенку. Это поймет, наверное, меня тот, кто испытывает вот это тяжелое состояние. И поэтому с болью в сердце мы просим помочь приобретение лекарственных препаратов. Девочка учится в школе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Любит историю, литературу. В будущем хочет стать психологом. Сейчас Айгуль требуется лекарство на 2 года. Оно стоит 135 500 рублей. Он улучшает качество жизни. А качество жизни у нее улучшилось за счет того, что приступы уменьшились. Если раньше у нее приступы были в день по 4-5, то сейчас это в неделю. Помочь Айгуль можем мы с вами, как помогли уже тысячам детей, отправив СМС со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Как внести больше вклад, можно узнать на сайте нашей телекомпании и Русфонда. Ралина Абрамова, Сергей Павлухин, «Вести Татарстан».